На втором помосте выступает Кулаков Иван. 98-го года рождения. Вес участника 94 килограмма 950 граммов. Тренируется под руководством Чматова. Трехкратный чемпион мира Иван Кулаков выходил на европейский помост в ранге явного фаворита. Именно ему сегодня принадлежит мировой рекорд 95 подъемов, именно он главная звезда состязаний. В упражнении «Толчок, длинный цикл» у Ивана сегодня нет конкурентов, что рязанский спортсмен и доказал в очередной раз. Снова 95 подъемов – абсолютно лучший результат среди всех возрастных и весовых категорий. Юного ряжского силача Максима Шарова фортуна тоже не обделила вниманием. Ученик Ивана Кулакова, как он сам себя называет, выступал в двоеборье по программе юниоров и с результатом в 169,5 очков стал покорителем гиревой Европы. На своей страничке в соцсети Максим сразу же поделился впечатлениями. Выступлением доволен, прошелся по своему лучшему толчку. Еще стоит отметить, что это мой первый международный старт и чувствовался особый груз ответственности за результат на помосте. Еще впервые повидал разных иностранцев. Организация была на самом высоком уровне. Для Максима этот успех по-серьезному – первый в карьере. Впереди новые вершины. Вполне по силам, когда у тебя в наставниках живая легенда гиревого спорта.